Идет дождь, сверкает молния. О, усилился дождь. Девятнадцать градусов тепла, ну сейчас, наверное, 18. Сегодня единственный вот вечер за последнюю неделю, когда вот так вот тепло. Это так уже не будет дальше. Следующие дни будут холоднее в это время. Дождик, дождик, дождик. Первый дождь, который мы видим в Стане, в Анталии. Ну и несколько. Да, ливень сильный пошел. Теперь уже ливень, не просто дождь.